Приветище! Это Pacific Drive, и мы продолжаем наше путешествие почти как по Чернобылю. Так, значит, бежим делать багажник на крышу. Наконец-таки! Где он у нас тут есть? Багажник на крышу. Вот он. Я же его отсканировал. Теперь открываем. Ура! Ура! Во! Вот сюда можно. Ништячок. Я бы еще одно сделал. Давай, делай мне. То есть с другого бока сейчас прикрепим. Мы же можем себе это позволить? Можем. И больше вроде бы никуда. Сюда. О, да тут прям по две можно лепить. А на крышу-то что нельзя? Я на крыше видел вообще. Вот сюда вот можно шлепнуть. Вот. И сюда, по идее, может быть, ящик получится прикрепить. Не знаю. Получится? Не, не получится. Короче, боковые крепления, это не совсем багажники. На них мы можем устройство прикрепить. То есть антенну там или защитную штуку для нашей машины. Но никак не багажник. А, вот, подожди, вот боковой хранилище. Вот же боковое хранилище. Я вот это хотел. Я вот это хочу. Вот это вот, дайте мне. И не то сделал. Так, изучили. По всей видимости, теперь мы можем его сделать. Да, покажите мне боковой. Вот оно. Делаем. Так. О! О! Вот у меня хранилище теперь появилось. Отлично. Надо еще одно сделать. А я все брагозил что-то. То есть не только устройство можно сюда бахнуть. Так, посмотрим, что еще мы можем изучить. Вот! Многоразовый сигнальный огонь. По всей видимости, что-то похоже на фонарь. Изучаем. Дельная штука в темных лесных переулках. Только я его сейчас еще попробую. А, не хватает мне мощи. Хотя вот на импульсный излучатель у меня есть энергия. Что он делает? Он, короче, испускает каждую секунду импульс, в результате чего любая форма жизни не может прицепиться к автомобилю и навредить ему. Классная штука. Вот, его еще открываем. Ну вот, выходит все. Я все здесь сделал. Все, что смог, исследовал. Создаем. Что за вопрос? И куда мы его поставим? Наверное, сюда, вместо вот этой деталюшечки. Это выкидываем. Так вот. Оу! Мощно! А фара? А фару-то куда я дел? Фару надо обратно вернуть. Вот так вот. А это тогда распилить. Что-то я там еще одно открывал интересное. Вот. И остается фонарик еще сделать. Давай же. Ну-ка. Ух! Класс! Обалдеть. Теперь у меня есть фонаридзе. Ништяк. Мы же еще жемчужинку привезли. Пойдем ее раздробим. Где там мой пылесосик? Сейчас весь этот мусор засосем. Так, что-то там интересное подобрал. Руль новый. У меня, кстати, вонючка еще где-то валялась. Вонючечка, вот она. Закидываем, значит, сюда вонючку и руль. Давай посмотрим, как они будут выглядеть вообще. Вонючка. Это что? Окраина зуб дракона. Не, НЛО, конечно, поинтереснее выглядит. Руль. Гоночный руль, обычный. Ну, давай установим, почему бы нет. Еще у меня картошечка появилась. На антенну. Можно ее тоже установить. Пойдем посмотрим. Картофан со светодиодом работает. Руль. Ну-ка. Обычный руль, который у меня ранее был, по-моему. Разве нет? По-моему, точно такой же. Ну да. Короче, я знаешь, что подумал? Я подумал, что мне нужны запасные части. То есть я вот это вот все снимаю. Закидываю это все сюда на починку. Вон, даже дверка закрылась. И все это выглядит теперь вот так вот. И написано, идет запись. Вот эту тоже панельку можно, в принципе, отремонтировать. Фару. Кстати, фару я вот эту могу снять? Могу. Все, у меня тачка теперь без фары вообще. Ну вот, короче, пока так. Все это к следующему моему приезду должно починиться, а я пока что сделаю запасное. Две кустарных фары. Одну сюда.
Другую сюда. Вот, теперь хотя бы две одинаковых. Ставим обратно всю деталью. И вот как раз повод для перекраса у нас появился. Ну вот, все поменял. Единственное, что я хочу еще бампера местами поменять. Все-таки у этого бампера устойчивость не к черту по сравнению с этим. Лучше спереди пускать тогда этот будет. А этот сзади. Я все-таки задницей мало во что въезжаю, нежели передом. Приступаем к перекрасу. Значит, я хочу перекрасить свою тачку в зеленый цвет, чтобы она сливалась с лесом, чтобы меня в лесу сложнее было похитителем найти. И вот такую наклеечку. Поехали! Знаешь, о чем я сейчас подумал? Блин, это слишком темно. Я же сам потеряю свою тачку в темноте. Она когда была оранжевая, ее бы хотя бы видно было. Вот эта часть вообще не перекрашивается. Перекрасились только вот эти вот свинцовые элементы. Теперь наклеечку. Куда ее побахать? Конечно же, на двери. Поскольку это наклейка с номером, я хочу еще другую наклейку. Вот, полосочка. Полосочка и вот это вот еще посмотрим. Вот на капотик полосочку можно слепнуть. О, красота! А на крышу можно как-нибудь куда-нибудь? О! Гонка, пушка, огонь! И вот эту вот камуфляжную какую-то штуку. Давай на багажник. Нормально пойдет. Ну вот, уже что-то новенькое, посвежее. Можно теперь и дальше отправляться. Уже вот сюда. И вот мы снова вернулись на дорогу Е7. Очень здорово это, конечно. Карта немножечко изменилась. Два якоря есть, очень хорошо. Сейчас быстренько преодолеем эту карточку и рванем на новую территорию. Радует, что день еще. Вот что у меня может не радовать. Так, и кажется, пошел дождь. Блин, дворники, смотри, что с дворниками стало. Капец. Когда я поворачиваю руль влево или вправо, то дворники начинают дергаться. Капец, приехал, блин, называется. Я думал, солнышко. Спокойненько тут сейчас пошастаю. А нифига. Уборочку заказывали. Клининговая служба на выезде. Опаньки, а тут вот эта вот штука неприятная, которая все делает наоборот. То есть, если ты едешь вперед, то ты будешь ехать назад, если проскочишь через эту аномалию. Так что желательно подальше от нее держаться. А это что у нас такое? Просто какая-то постройка. И шибко-то интересная. Улепетывай отсюда! Похититель. Ох ты, елки. И дождь, кстати, закончился. Че тут дофига похитителей, капец как. Якорь, якорь, якорек. Прям возле него становлюсь. Это не очень есть хорошо, но... Что поделать? Валим, 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 валим. Я двигатель не глушил. Погнали, погнали, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. Валим, 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 валим. Радиация. Радиация. На карте ее не обозначает, но там она есть. Что-то отвалилось. Крыло себе повредил сильно. Так. Вот тут вот мы проедем, я надеюсь. О, отлично. Капец. Крыло, колесо, бампер, все, ему там. Хорошо, что я бампер тот, который импульс излучает, назад поставил. Ядро где-то здесь. Жалко, здесь камеру от третьего лица нельзя сделать. Зато я могу в лобаш вот так вот приблизить. Вот оно, ядрышко, наконец-то доперлись до него. Так, это очень плохая идея. Тут рядом вставать, ну ладно. Ладно. Надеюсь, что меня пронесет.
Не в плане, что пронесет в толчке, а в плане, что... Что не пронесет, короче. Туристы подобрались ближе. Давай, поехали, поехали, поехали. Ничего не стряслось, ловушки никакой не было, здорово. Все, теперь, короче, улепетываем отсюда. Вот в эти здания сейчас заедем, и все, и потом туда. Опа. Ах ты, негодяйка. Вроде как объехали ее. Надо бы на дорогу, я думаю, выезжать уже. А то все по лесу. Даже грибочки не пособирал. Хотя стрёмно тут в этих аномальных лесах грибочки собирать. Вдруг ты-то потом козленочка превратишься, когда съешь их. Эти грибочки. Или еще что хуже, кровопоносить будешь. Блин, ну нет. Ну дайте мне заехать на дорогу. Вот, отлично. Мчим дальше. Почта есть, вижу. Тормознем. Что я слышу здесь? Твою ж налево. Че вы тут забыли, а? Эй. Он меня прикрыл. А как? Он меня в воздух поднял. Ты че, с ума сошел? Обалдеть, а че? Как это он меня? У меня в руках же ничего нету. С чего это он меня в воздух поднять смог? Тачку ты мою не укатишь, она слишком тяжелая для тебя. Еще и на ручнике стоит. Так, конвертер. Стопку, конвертер. Я все равно не понимаю, как ими пользоваться. Шестеренку у меня тогда не конвертировал в газовый баллон, поэтому пошло оно все лесом. О, краска. Ничего себе. О, это же классная штука. Можно зарядить свой аккум и починить тачку. Блин, так и не смогли мне починить эту боковую панель. Ну, хотя бы так, ладно. Едем дальше. Ух, елки-палки, как страшно там. Из-под земли все. Аномалия, нас преследует аномалия. Черт, где-то здесь дом должен быть. Где-то здесь, вон он, домик этот. Ух ты, японский городовой. Походу, мы до домика не доедем. Нет. Мы валим отсюда. Смотри, что происходит, а? Что они творят? Не хотят меня отсюда выпускать. Я уже почти свалил. Мама мия. Бочки. Ну все, я покинул тебя, аномалия. Отстань от меня. Не преследуй меня. Блин. Почему трамплин с другой стороны? Еще и с ускорителем. Все, мы выехали. Теперь можем спокойно чесать на новую трассу. Фух, прощай, Е7. Ну, относительно спокойненько было, между прочим, сегодня. Нет, не спокойненько. Рано я расслабился. Ну, наконец-то. Доехали. Ого, это что, стенка, что ли? Так. Потихонечку высокий уровень нестабильности переходит вот на эту трассу. Надеюсь, что нам повезет. И нас не застигнет все это дело врасплох. Трасса G9. Мглистая чаща, полигоны бюро, пузырчатый лес, внешняя зона. Экстремальные условия. Разряд батареи. Черт возьми. Тут очень быстро аккумулятор разряжается, даже с учетом того, что ты не используешь свет и все остальное. Взлетная полоса, мы сейчас можем полететь куда-то. Так, подожди. Где мы вообще? Тут очень много зданий, и вот сюда вот надо нам по квесту. Ну, будем потихонечку вот отсюда начинать, значит. Поехали. Взлетная полоса, я взлетаю. Я лечу. У-ху-ху. Как далеко я полетел и упал. Тут у нас что-то есть. Что-то вот тут. Дайте-ка я выйду, посмотрю. Что? О, свинцовые панели, блин. Как здорово, как же здорово. Все, я вас собираю. Но елки-палки. Все поломалось. И пылесос. И утилизатор. Весь прикол, что утилизатор я не могу собрать, поскольку у нас нет металлолома. Вообще прикольно. Как так-то? Почему? С чего ли у нас нет металлолома?
Давай монтировкой ломать. Тут-то есть же металлолом. Осколки, блин, сраные осколки. Нафиг мне осколки. Я могу себе еще сделать монтировку. Ну ты прикинь, а. Что за жопа-то, а? А если я отбойным молотком, кстати, попробую все это дело? Посмотрим. О, работает! Ну, хоть так, слушай. Это радует. Так, свинцовые панели. Вот что нужно разбивать. Потому что отбойный молоток мой уже... Ему скоро хана. Мне нужно будет... Так, нет. Нет. Поехали искать тачку. Поломанную тачку, с которой я смогу металл буду достать. И потом уже утилизатор сделаю. Домик вижу. Пойдем заедем. Мусорки может поковыряться. Дайте железо, пожалуйста. Пожалуйста. Железо очень много надо. Я лом только что сломал. Зайдем так. Нифига нету вообще. Вообще нифига нету. Так, сейчас мы, короче, сворачиваем налево. Тут городок небольшой есть. Где-то здесь. Где-то тут дорожка уходит. Вон туда нам надо. О, машина, ништяк. Ништяк. А что-то тут, походу, и ничего, ошибка-то и не возьмешь. Кустарная панель, ладно, попробуем сломать. У меня скорее, блин, отбойный молоток сломается, чем эта панель. А, ну чуть-чуть, ну вы что, блин? Прикалываетесь? И что мне теперь без инструмента делать? Я же не буду домой возвращаться. Жмоты. Дайте мне что-нибудь. Хотя бы лом. Ужас какой. Поехали деревню зачищать. Капец просто. Еще и отбойный молоток кончил. Здравствуйте, здравствуйте. Есть у вас тут железо? О. Я знаю, что тут нужно. У меня припасено. Пойдем взламывать, хакерить. Дайте железо, по-братски, дайте железо. Нафиг мне ваши футболки? Есть! У нас есть железо. Отлично. Очень хорошо. Я бы был бы не против, если вы мне дали бы еще. Это мне бы пригодилось. Спасибо, вы очень добры. Еще и инструмент дали. Вернули, точнее. Я же один использовал, и вот мне возместили, так сказать. Все, наконец-то. Сейчас за свинцовыми панелями еще надо будет сгонять. Делаем утилизатор. Монтировочку было бы неплохо. И отбойный молоток, но вот газового баллона, как обычно, у нас нету. Так, инструменты есть. Хорошечно. Пойду еще по модулям сбегаю, посмотрю, что там у них. Что там в них спрятали? Ага, закрылись тут, да, от меня? Включаем. Ой, а тут радиация, оказывается. Вот и фонарик, кстати, пригодился. О, еще. Еще железо дали. Спасибо. Надо только со своим здоровьем следить. То сейчас ненароком кони двину тут. Газовые баллоны. Спасибо, о великие всемогущие аномальные силы. Вы меня услышали. Можно будет отбойный молоток сейчас сделать. А я его только что сделал. Ну, могли бы потерпеть, а? Надо было сразу сюда заходить. Ладно, один утилизатор хорошо, а два еще лучше. Делаем отбойный молоточек. Шестереночки. Готово. Я во все оружие. Сейчас еще в башню заедем, которая слева от нас. Вот в эту вот. И едем добывать обратно свинцовые панели. Так, я могу же сломать все это? Отлично. Прямо возле лесенки.
Ой. Что произошло? Нифига себе. Как вообще это вышло? И больно было, между прочим. А, блин, тут дверь закрыта. А ее как открыть можно? Отбойным молотком же, да? Отлично. Страшные звуки опять я слышу. Как будто динозавры где-то появились. Пылесос! Ё-моё, ты меня слышишь, аномалия, да? Ты зоном, ты меня слышишь? У меня только что недавно пылесос сломался, и ты мне новый подогнала. Спасибо тебе, я тебя лова-лова. Почини... А, стоп. Заперто. Починить ударный молоток. Чтобы это заработало, нужно чинить. Ясно. Лампочка в электронику переделывается, но мне пока это не нужно. Все, в принципе, можно отсюда спускаться. Интересно, я разобьюсь или нет отсюда? Давай проверим. Оу, это было больно. А как же мои ботиночки, которые меня должны были спасти? Ладно, сейчас я отхилюсь. Все. И почту про... О, цветастые наклеечки в тачку. Это приветствуется. Всяко поярче можно разнообразить свою тачку. Машинка, а можешь немножечко подвинуться? А то я думаю, что если я сейчас в тачку залезу, меня опять бомбанет. Хотя нет, обычно спокойно залез. Поехали. Ё-моё, вон там с края аномалия идет. Нам нужно сейчас вернуться обратно. Тут мы были или нет? Не помню. И свинцовые панели собрать обязательно. Оу, вот это прыжок. Дофига всего повредил. Ну, капец. Где там мой чудо-пылесос? Как же это удобно все-таки, а? Ой-ой-ой, погода портится. Прям капец. Надо все это пылесосить, а то нафиг улетит. Все, валим отсюда. Свинец я набрал. До аномалии нам еще далековато. Мы сейчас ее как бы... Блин, аномалия далеко, но молнии так шибарит, как будто сейчас мне крындец будет. Как мы вокруг поедем, да? Ух ты, тут это, радиация. Но мне пофиг, у меня есть свинцовая панелька. Она меня чуть-чуть защитит. Ух ты, а там у нас что? Так. Какая-то очень страшная штука. Можно мне ее как-то сломать, а то она мне... А ты кто? Отхилер! Счастливый зайка! Он будет чинить мою тачку. Спасибо. Спасибо, вы очень круты, мистер Заяц. Ай-яй-яй, больно. Блин, ее даже разрезать нельзя, прикинь. Зайца трогать не буду, поскольку когда я его беру в руки и потом сбрасываю, мне очень больно от этого, и я могу сдохнуть. Блин, нифига себе, во что я въехал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну ничего, поскольку у нас счастливый зайка, в принципе, пофиг. Постоим вот здесь, у меня топляк горит. Топливо кончается. Конечно, я двигатель не выключал. Аномалия вроде бы нас обходит. А я иду смотреть, что в грузовике. Ай, меня балуют, честно тебе скажу. Этими паяльными лампами. Можно, кстати, сейчас подхилиться будет. Так, вот это сюда. Вот это три смальца поиграем. Все, багажник я забил. Будем переходить теперь... Ой-ой-ой, надо починить срочно. Где паяльная лампа? Я ее не брал. Надо багажник починить. Нет! Только не это, только не это. Очень все плохо. Все крайне плохо. Покажите карту, что там вообще происходит. Карту, 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 карту. Ну, в целом, по звуку, такое ощущение, как будто вышли эти похитители.
И нам это пока что даже на руку. Пускай лучше похитители будут, чем у нас... Чем нас начнет выпинывать отсюда зона. Так, на заправочку, в принципе, можно сейчас заехать. Удачно. Давай заправляться. Блин, бак с другой стороны у меня. Ёлки-палки. Надо перепарковаться. Кстати, и дождь закончился. Обалдеть. Ё-моё, своим зад... Ай, у меня бампер задний сломался. Он же такой у меня хлипенький. Кстати, он же защищает меня от всяких вот таких вот зайцев. И они не должны были липнуть, но... А что происходит-то? Да я... Но этот заяц приклеился. Наверное, из-за того, что он, типа, добрый. Бампер сейчас починим быстренько. Дверь еще отвалилась вообще. Капец, капцовый. Пистолет валяется. Давай, заправляйся. Можно просто пистолет оставить в баке и уйти. Как это в реальной жизни делается. На автомате, чтобы заправлялось. Спасибо. Звуки какие-то страшные. Давай, отламывай тут все. Так-то, верстак. О, классно. Что-нибудь еще тут есть для меня полезное, важное? Металлолом. Посмотрим сейчас, что там. В каморке заправочной. В целом, тут пока больше ничего нет интересного. Сумка с вещами. Это выход наружу. Типа запасной выход. А это туалет, да? Жалко, туалет поломать нельзя. О, автомат казино, надо поиграть. Типа однорукого бандита. Что там? Найти 300 журнальных записей. О, нифига себе. Вот это мне удачненько. Выпал журнальчик. Зона сужается. Все, капец, надо валить. Надо валить. И валим мы сразу. Да поехали уже. К заданию. Едем к заданию. Ну чё мы, блин, как меня бесит вот это все переключение. Поскольку у нас есть отхил, мы можем чуть подольше поездить. Собственно, сейчас нам нужно будет полететь немножечко. Ой-ой-ой-ой-ой. Прям в дерево. Так, полетали, и хорошо. Теперь надо взять ядро срочно. А, в столб летел. Нам нужно ядро, иначе мы отсюда не выберемся. И, возможно, это ядро... Так, тут тоже вон что-то... О, отхилка, отхилка, отхилка. Пойдем сюда еще заедем. Подзарядите нас. Заяц лечит, и еще вот эта штука лечит. Шикарно. Времени, правда, у нас не сильно много, но... Ладно. Все, едем. Через поле, через лес. Едем мы к ядру. Оу-оу-оу-оу, смотри-ка! Спутник! Прям возле меня! Серьезно! Офигеть! Вот это удача! Заяц, вернись! Сейчас я еще за зайцем сбегаю. Так, так, так. Где тут у нас? Что тут у нас? Изолированная фара какая-то. Берем в руки. Так, как бы нам тут все грамотно все разместить? Какой-то звук неприятный там рядом со мной. Но тут не шибко-то прям такое что-то важное выпало. Что, 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 почему, почему, почему? Вот это у меня вывалилось. Я же все вроде бы разложил. Понятно, что это за звук. Ловушки, короче. Зая! Зай, вернись, пожалуйста, на тачку. Мне без тебя никак. Во! Слишком долго возюсь с этим спутником.
прям капец. Все забрал. В кои-то веки все со спутника забрал. Это ж здорово. Повезло, что я еще багажник дополнительный сделал. Едем дальше. Аномалия нас прям поджимает. Но поскольку это тупо радиация, может быть, нас и пронесет. Мы успеем все сделать. Черт, это плохо, то, что я влетел в ловушку. Так, где-то здесь. Где-то здесь. Где ядро-то? Так, нет, заяц, вернись. А, он у нас. Это значит, я что-то сломал, не то. Где ядро-то? Оно тут должно... А, вон оно, дальше. Так, за ядром, потом за квестом. И все, в целом. Все, радиация уже начинает, она здесь. Давай. Еще один заяц, который хилит. Заяц, запрыгивай. Давай, запрыгивай. Уехал, ну ладно. С одним зайцем нормально будет. Заяц, прыгай давай. Есть, прицепился, но не так, как я бы хотел. Че, блин? О, да их тут дофига. Я бы одного, конечно, бы распилил. Так, значит, нам туда. Некогда нам пилить. Там что-то важное для нас есть. Надеюсь, что мы выживем нафиг в этой зоне. Давай. Вон туда нам надо. Выезжаем. Все, у нас радиация тут сильно поглощает. Но я здесь, у вышки. Вроде бы как тут должен быть. Кто-то здесь нас ждет. Что нас здесь ждет? Есть, я забрал это. Я забрал. Частные материалы, часть первая. Все? Да, можно валить отсюда. Так. В принципе. Давай-ка вот сюда. Гоним. Воу! Нифига себе. Не понял, что произошло, но что-то произошло. Не знаю, получится у меня еще до одной ядра доехать. Он там прям вот близочко ядро висит. Рядом с моим порталом. Я сейчас попытаюсь это провернуть. Потому что энергии у нас не так много. А энергия ядра нам нужна для прокачки нашей тачки. Нет, я думаю, что мы не успеем. Нам лучше сразу в портал ехать. Красная зона прям вот за нами идет. Хотя... Ладно, попробую себя за ядром сгонять. Где ядро-то? Ядро. Оно где-то с другой стороны. Нет, я не успею за ядром. Не успею. Зона слишком быстро приближается. Или, может быть, успел бы. А, не буду рисковать, короче, своей задницей. Все, телепортируемся. Ура! Не дома. Так, значит, что я там схватил? Вот это что такое? Какие-то материалы. Это, короче, как-то можно прослушать. Где-то что-то. Вот оно. Что это я подобрал? А, это я, короче, проигрыватель подобрал, который, видимо, вещал на этой территории. Ну, тут, короче, вырезки из какой-то статьи пересказывают на радио о том, как Тернер стоит с президентом. Президент поздравляет ее с открытием лимтехнологии. Но Тернер уже о чем-то подозревает. У нее нет на лице улыбки. И после этой презентации доктор Тернер навсегда скрывается от публики и за дверьми правительственного исследовательского комплекса. Она просто исчезает вместе с хвалебными одами лимтехнологии. То есть ее уже тогда никто не видел. Это Тернер. А она нам, собственно, сейчас помогает.
Ну что, наша вылазка подошла к концу. Осталось совсем чуть-чуть. Блин. Сюда как-то нас не допускает. Слушай, походу нам придется все-таки вот сюда ехать теперь. Но благо здесь аномалии перебрались вот сюда, на G9, где мы только что были. Поэтому тут дорога расчищена. И в следующей серии я надеюсь, что мы поедем по этой трассе и уже потом доберемся сюда. Очень надеюсь. Но это будет уже в следующей серии. Поэтому, если тебе нравится прохождение этой игры, и ты хочешь увидеть больше, то ты знаешь, что нужно делать. Ставить лайк под видео, вот прямо сейчас спускайся, ставь лайк. И подписывайся, чтобы не пропустить следующих интересных роликов, на которых мы с тобой и увидимся. Так что до встречи!